Да, молодой человек, знания у вас хлипковатые. Хорошо. Последний вопрос. Применяя знания теории сопротивления материалов, поставьте на ребро обычный лист бумаги. Прошу. Не сворачивать. Не мять. Просто поставьте на ребро лист. Плохо, молодой человек. Повторяйте сопромат. Элементарных вещей не знаете. Свободны. Следующий. Так, начнем сразу со сложного вопроса. Поставьте на ребро обычный лист бумаги. Вот. Ну, наконец-то! Стоит, родимая. Зачетку! Зачетку!